Градостроительная политика в первую очередь должна учитывать современные требования общества и быть направлена на повышение качества жизни населения. Благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова Министерством строительства и архитектуры завершается работа по переформатированию градостроительной политики в регионе. Еще в начале года было дано поручение губернаторам проанализировать всю нормативную документацию на сегодняшний день. И те аспекты градостроительной политики, которые именно мешают и являются таким раздражающим фактором, который очень волнует население. То есть в тех или иных дворах появляются какие-то объекты, жители против, то есть не согласовывают, не общаются. Профильное министерство сделало анализ особо раздражающих население факторов градостроительства и создало план действий, каким образом нужно гармонизировать застройку, чтобы интересы города и жителей не вступали в конфликт. Вырубка старых кустов, как, например, это сделано на Пушкинской 11, не дает покоя зеленым. Однако те, кто живет рядом, давно хотели бы приведения в порядок заросшего и пустынного островка. Кому-то не нравятся возникающие новые здания в историческом центре города. Обсудить все «за» и «против» с людьми и выработать общее решение по всем подобным случаям предлагает губернатор. Мы территории, которые всегда уделяли большое внимание градостроительной политике, в целом вопросом архитектурного облика. Совсем скоро мы начнем огромную дискуссию о конкретных уже мерах по улучшению облика Ульяновской области в 2020, 2021, 2022 годах, потому что проект бюджета уже внесен в законодательное собрание. Понятно, что это еще раз проект. Работа в этом направлении позволит решить проблемы, связанные с точечной застройкой. Практика показывает, что пренебрегать ею в пределах крупных городов нельзя, однако при строительстве необходимо учитывать мнение жителей. Для развития региона важно строить бизнес и жилье там, где это не требует дополнительных затрат по созданию коммуникаций и инфраструктуры. Поэтому заполнение пустых мест в центрах Ленинского, Засвияжского, железнодорожного районов – важная составляющая экономического роста. Место не должно пустовать, когда оно может принести деньги. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.